выбор был сделан 6 лет назад, и я в тот момент просто проанализировал для себя возможности по пересадке волос в Турции для русскоязычных людей, и на тот момент, очевидно, Хакан Даганай был лучшим. Собственно, это и сейчас так продолжается. Это один из людей, который имеет отношение к изобретению этого метода, и ну, это такой один из ведущих, в принципе, специалистов по этим направлениям в Турции. Все ли потому, что я спустя 6 лет здесь, очевидно, что он меня устроил. Я могу сказать, что за это время ни разу не прозвучал вопрос, насколько и была ли у меня пересадка, настолько натурально выглядят, собственно, пересаженные волосы. Сама операция прошла абсолютно комфортно, не было никаких особенно болезненных отношений, ощущений и, главное, полное доверие доктору. Да нет никаких специальных ощущений, главное, что, опять же, есть ощущение, что ты приехал к знакомым людям, к своим каким-то, не знаю, уже практически близким, и, собственно, это помогает немного поспокойнее себя чувствовать, потому что далеко не все из нас любят бывать у врачей, многие нервничают, здорово, когда ты можешь доверять. Я бы посоветовал все-таки решиться, потому что ну, это меняет в определенной степени вашу жизнь и в лучшую сторону, тем более, если вы действительно долго об этом думаете. Я знаю, что есть люди, которые годами сомневаются, лучше сделать и сомневаться больше вообще никогда.